Но вот в Одесском аэропорту из-за непогоды отменили все рейсы. Взлетная полоса заблокирована еще со вчерашнего дня. Сегодня в аэропорту должны были приземлиться и взлететь 24 самолета. Ожидались рейсы из Тель-Авива, Стамбула, Варшавы, Вены и других городов. Как сообщили в пресс-службе, сейчас в аэропорту находятся люди, которые все еще ждут своих рейсов. Круглосуточно непрерывно ведется очистка взлетно-посадочной полосы и перрона аэропорта от снега. В работах задействовано 10 единиц техники. Однако в связи с ухудшением метеоусловий в течение дня ожидается, что выполнение полетов возобновится не ранее 18:00 по киевскому времени. Ну а к обеду обещают усиление снегопада. Подробнее о расписании рейсов вы можете узнать на сайте аэропорта. Кроме этого, в Одесской области три порта – Белгород-Днестровский, Усть-Дунайский и Южный, а также судоходный канал Дунай-Черное море – не работают. Об этом сообщил на своей странице в соцсети заместитель председателя ОГА Владимир Жмак. А пресс-секретарь администрации морских портов Украины Игорь Казакуца сообщил газете «Сегодня», что остальные порты работают в ограниченном режиме, в них продолжаются работы.